Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе, и прямо сегодня я проверю новые крафты. Знаете почему? Потому что все эти скины можно скрафтить. Ребята, у меня 158 скинов с новой коллекции, просто посмотрите. Да-да-да, вам не показалось, я могу скрафтить новую коллекцию. И вполне вероятно, что я смогу выбить какой-то новый крутой секретный скин. И знаете, что самое крутое? Мой подписчик мне написал... То, что он скрафтил AWM 5 Years. И если это правда, просто представьте, у меня будет AWM 5 Years даже без покупки полного пасса. Да-да-да, и прямо сегодня мы выбьем эту малышку. Но перед началом данного видеоролика хотел бы вам разыграть бесплатный Gold Pass. Чтобы получить, тебе надо первое, поставить лайк и подписаться на мой канал. Во-вторых, напиши любой хороший комментарий. И третье, самое главное, посмотри все видео от начала до конца без перемоток, я это буду проверять. Ну что же, всем желаю удачи, а мы начинаем. Перед началом этого видео хотелось бы сказать то, что я на это видео потратил очень много голды. И ребята, чтобы понимали уровень всего этого, сейчас скины на рынке купить нельзя. Поэтому знаете, что я сделал? Я открыл 180 кейсов, и все, что мне выпало, прямо сейчас я скрафчу. Но еще помимо этого, я закупил Origin коллекции, поэтому, ребята, сегодня будет точно горячо. Присаживайтесь поудобнее, наливайте чайочек, погнали! Ребята, напоминаю, что наша цель это скрафтить или какой-то новый скин, или скрафтить AWM 5 Years. И я уверен, что у нас сегодня это выйдет. Так, ну что же, начинаем наш крафт с рарочек. Ребята, рарок меня, посмотрите, как много. Реально, это не шутка, просто все. Давайте меньше трендеть, просто крафтим. Вот так. И нам выпадает Desert Eagle Dragonglass. А знаете почему? Потому что я крафтил эту коллекцию. Так, ребят, все, крафтим правильную коллекцию. О. Идеаленько. Ой. Иди сюда, ребята. Блин, сколько же голды на все это потратил. И в итоге мне выпал Desert Eagle Piranha. Блин, кстати, скин сам по себе довольно-таки неплохой, но я бы его не брал. Вот я, ребят, смотрю на все эти рарки и плакать хочется. Вы просто представьте, сколько же это голды. Ну что же, погнали. Крафт рарочек. Ну, я скажу честно, тут пока что ничего такого интересненького, наверное, да? Обратно Desert Eagle Piranha. Алло, тут есть другие скины, кроме Desert Eagle Piranha. Так, пока что мы крафтим самые дешевые рарки. Но дальше, ребят, у нас пойдут статреки. А после статреков, ребята, у нас пойдут эпики. Потом эпики, статреки, а потом легендарки. И, блин, сегодня мы реально постараемся скрафтить AWM 5 Years. Я уверен, у нас это выйдет, ребята. Самое главное верить. Просто главное верить в AWM 5 Years. Ну что, крафтим и обратно эмочка Зор. Да хоррэ уже, слушай, а можно нормальные скины? Ну, пожалуйста. А можно нормальные скины? Ну, ё-моё. Так. Крафтим. Самое главное, Карнана не скрафтить с Аркана наклеечки. О, АКР-12 Steam Beast. Что ему сказать по поводу этого скина? Ну, это просто трендец. Самый страшный и самый дешевый скин. Я уверен, он будет стоить 3, а то и 4 голды. Так, ребят, вроде бы мы покрафтили все рарочки. Теперь у нас тут рарки, статреки. А вот тут, ребята, уже поинтереснее. Выбираем рарочки, статреки. И вуаля, мы скрафтили эмочку Сору статрек. Блин, кстати, замечательная эмочка. Слушайте, ребят, мне понравилась эта эмочка. Она очень красивая, очень классная. И я буду с ней играть. Реально, обалденная эмочка. Так, нам хватает еще на крафт номер 2, ребята. Выбираем все эти новые скины. Просто представьте, сколько голды я на все это потратил. Так, опачка. И еще одна эмочка Source. Спасибо, конечно, большое, но мы ждали чего-то побольше. А вот сейчас, ребята, уже будет очень, ну прям очень интересно. Ну чё, полетели. Мы, ребята, начинаем крафтить эпики. Посмотрите, насколько у меня много эпиков. То есть эпиков реально очень-очень много. Так, ну что же, мы выбираем 9 скинов с новой коллекции и один скин. Вот просто ради интереса P350 нано. И нам выпадает, как вы думаете, что? Пожалуйста, драй легендарка. И нападает P350 Тахкинг. Ну, кстати, неплохо, в принципе, да? Но я бы с таким P350 не играл бы, потому что меня в школе смеяли бы. Ха! Так, ребят, крафтим дальше. Ой, блин, как же много эпиков, как же много всего, вы понимаете? А мы еще даже не дошли до эпиков 100 треков. Так, а вдруг сейчас, не знаю, какую-то новую легендарку скрафчу. Пожи. И G2 заказывал, блин. Вот это, кстати, почти это моя слабость. Это очень красивый G22. Я его хочу. Я хочу с ним играть G2 заказывал. Выйди за меня, дорогой ты мой. Так, ну что же, продолжаем дальше. Что мы крафтим? Я уже легендарки собрался. Нам еще надо эпики докрафтить. Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять. Ну что, мужики, погнали. Хэштег непогано, хэштег легендарка. Хэштег поехали. И
А обратно P350 Таркин. Слушай, а там что, других легендарок нету или как? Так, давайте, давайте, докрафтим эпики. Блин, ребят, у меня эпиков ну очень. Ну прям очень-очень много. О, P90. Упс, это, кстати, самый красивый P90 на данный момент. Вот если бы я скрафтил P90 только 100 трек, вот это было бы, кстати, очень-очень дорого, я в этом уверен. Ну а вот мы и приближаемся к нашему последнему крафту эпиков. Ха-ха, вот этот контентик. Так, ангастики. Так, 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 все, ребят, можно крафтить. Поехали, поехали, поехали. И еще один P350 Такинг. Так, ну что же, а сейчас мы будем крафтить эпики из статреки, потому что у нас их тоже хватает. Сколько у нас их? Ой, как раз 10 штучек, ребят. То есть, смотрите, давайте посчитаем, сколько у нас скинул с новой коллекции, сколько старой. То есть, смотрите, 5 скинул с новой коллекции, 5 скинул старой коллекции. Поэтому, ребята, зажимаем кулачки, задержим дыхание, только ненадолго. И прямо сейчас я очень надеюсь, что нам повезет, и мы скрафтим действительно дорогую легендарку с новой коллекции. И... да, да, статрек внизу, да, 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 просто я прям сейчас ее применяю, прям сейчас сходу вот так вот применяю вот эту вот легендарочку с новой коллекции. Как же это круто, блин, какая же она красивая, вау. Ну а сейчас у нас будут легендарочки. Просто взгляните, как же у меня много легендарок. Да, ребята, это не сон, посмотрите. И да, и даже есть легендарки с новой коллекции. Так, ну что же, давайте начнем с лайта. То есть лайты такие самые дешевые легендарочки. Это вот эти, вот эти, вот эти, вот эти. То есть их, ребят, вообще не жалко, мы их выбираем. Давайте ради интереса три легендарки с удаленной оржи коллекции. И нам выпадает, как думаете, что? А я сам не знаю, что, давайте смотреть. Опа! АВ-бум! Ничего себе, сказал я себе. Непоганенько. Продолжаем дальше, ребята. Вы думаете, я сдамся? Запомните, ребята, маслята никогда не сдаются. Если честно, я немножко волнуюсь. Так, ну что же, выбираем один MP7 Leech, Desert Eagle Orochi, две штучечки. Дальше выбираем, что еще выбираем? Так, надо новую коллекцию случайно не выбрать. Дальше M4 Lizard и выбираем 5 скинов с Origin коллекции. Ребят, просто посмотрите, какие же дорогие наклейки. Я не помню, как называется наклейка, но она дорогая. Так, ну что, выбрал 5 штучек. Давай, пожалуйста, великая Origin коллекция. Дай я КРТХ по-братски, прошу. Блин, да как так, второй раз подряд Origin коллекцию крафчу и упадает Фейбл коллекция. Так, все, я понял, Origin коллекция напросилась. Я прямо сейчас, посмотри, что делаю. Я прямо сейчас выбираю только Origin коллекцию. Так, 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 так. Так, 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 так. Все, погнали делать крафт. Ахалай, махалай. АКРТХ выпадает. Так, ну после такого волшебного заклинания он по-любому выпадет. Пожалуйста, 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 пожалуйста. Да, 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 я знал, я знал, я знал. Да, АКРТХ, мой ты любимый. Муа. Блин, ребят, обожаю АКРТХ. Кто его тоже обожает? Плюс комментарий, если вы тоже, ребята, любите АКРТХ. Тайна, знаете, вот как была в школе самая красивая одноклассница, если в нее тайно влюблены были. Или влюблены сейчас. Вот то же самое и я с АКРТХ. Я люблю этот скин. Ну что же, последний крафт Origin коллекции. И после этого мы приступаем к самому интересному. Ох, ну что же, выбираем. Раз, два, три. Так, 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 так. И вы посмотрите, сколько скинов с Origin коллекции. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай-яй-яй-яй-яй. Ну что же, считаем, ребята. 5, 4, 3, 2, 1. Вот если мне прямо сейчас будет КРТХ второй раз подряд, то это самый счастливый день моей жизни. Ну что же, поехали! И... да! Второй! 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 Я тебя люблю, КРТХ! Второй КРТХ! Понимаете? Второй! Ух! Сегодня точно мой день, сегодня мы точно, ребята, скрафтим AWM Fafiers. Ну что же, а вот мы и приступили к самому интересному, ребята. Да-да-да, это крафт новой чарм коллекции. Же понимали, вы ее даже скрафтить не сможете. Потому что у вас сколько легендарок просто-напросто не будет. Так, ну что же, выбираем. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Ну что, ребята, вы готовы, да? Вы готовы, что же мы скрафтим? Ай, это как интересно-то, ай, это как интересно! Ну что же, попытка номер один. Держите за меня кулачки. Чарм коллекция, я тебя люблю. Все, давай, мама, я тебя люблю, я вас всех люблю. Подписчики, лайк, подписку прожмите. Ну что же, давай! Оу, ва-бом, ес, 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 ес. Вау, как же это красиво. Так, ну что же, первый крафт можно считать успешным, потому что я уверен, эта аркана будет стоить несколько тысяч. Так, хорошо, крафтик номер два, приступаем к нему. Ну вот, если честно, ребят, то от идеальнее все было бы, чтобы я скрафтил АКР. Так, ну что, выбираем P350, дальше P90, упс.
Слушайте, нам еще хватает, получается, на крафт номер 3 даже. Ничего себе. А давайте мы сделаем вот так вот. Выберем 9 скинов, и 10-й будет UMP 45 Винджи, чтобы потом хватило еще на 3-й крафт. Ничего себе. Ну что, ребята, задерживаем дыхание, и все думаем про АКР или про АВМ. Главное не фаб, потому что фаба нам уже хватит. Все, штучка выпала, все, хватит, больше не надо. Ну что, пацаны, погнали! И опять фам! Ник, спасибо большое! А где АКР? Где АКР? Ну что, ребята, и наш последний, завершающий крафт, который мы узнаем, скрафтим ли мы АВМ или нет. Так, в этом крафте я трачу 4 легендарки с чарм-коллекции. Ну и 6 других коллекций. Ну что, ребята, была не была, ахалай-махалай! АВМ Аверс, выпадай! Опа! Ай, блин, нет пробития, нет пробития, эмочки самурай. Ну что же, ребята, в принципе, это все. Если вы хотите совершенно бесплатно получить голд пасс, то прямо сейчас приходите ко мне в телегу по ссылочке в описании. Обязательно подписывайтесь на нее. Ну а с вами был ваш Кентуха, колотите в ухо. Обязательно лайкусик, обязательно подписочка на мой YouTube канал. Всем хорошего настроения, всем пока.